Самое доброе поздравление в эти майские дни в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Подарки в канун праздника Победы им вручают представители патриотических объединений, общественных организаций, профсоюзов и предприятий. Многим на дому гостей принимают радушно, ветераны не сдерживают эмоций, вспоминая сражения и фронтовых товарищей. И рады мирному небу. Чтобы никто не забывал, какой огромной ценой досталась нам эта победа. Я от всего сердца поздравляю всех, особенно оставшихся сейчас живых ветеранов войны, а также всех граждан нашего города и всей страны. С Днем Победы! Поздравлениями такие встречи с ветеранами не ограничиваются. Обычно они наполнены рассказами фронтовиков о боевом пути. Помнить это важно.